J'ai baigné au chantier du coq, on traînait dehors jusqu'à pas d'heure. Depuis que je connais le Glock, mes ennemis ont perdu de la valeur. Torse nu comme un mongol, on insultait les passants qui passaient. Le ciel gronde pendant la nuit, l'impression que le Seigneur est fâché. Comme dans MWA, type et attitude de la street, on tient les reins. Ray, comme dans MWA, type et attitude de la street, on tient les reins. Let's go, let's go! 1, 2, 3, casa! Это была худшая игра. Ты прикинь, мы даже в России, в самой низшей лиге, не проводили таких плохих матчей. То есть это был пиздец. Эта команда просто встала. Ни эмоций, ни физики, ничего. Ни футбола, сиро. Я понял, что это был ужас. Я решил собрать всех и просто поговорить. Чуваки, вот опытный костяк, вот тренер. Давайте, блядь, разговаривать. Теперь переходим к футболу. Coming to football. Они должны понимать все. Yeah, you all have to understand. Если еще один такой матч, то мы уберем тренера. One more game like that, coach is out. Многие из вас сюда пришли, потому что он вас хотел. Many of you came because the coach wanted so. Что не так? What's wrong? Мне кажется, никаких проблем нет. Окей, мы тоже расстроены из-за поражений. Мы не спим из-за этого. Но мы хотим попасть в первый дивизион. Мне кажется, у клуба такой период. Мы должны улучшить игру на поле. Вов, скажи, что сейчас мы это все нахуй убираем, я хочу просто слышать, Мы хотим побеждать, мы хотим это, мы хотим не спали, это все понятно. Я все это понимаю. You will agree with everything you say forward about not sleeping, shit, he feels the same way, same as you do. Trust me. But now it's more about creating a roadmap, a plan, step by step plan. What can we do differently? Because давайте что, почему, блядь, почему все еле ползают? Почему все уставшие? Is there any overtraining for you? Вы устали? Do you feel exhausted physically or why? All, not only this, all. Fuck, this is not normal. Does anybody feel overtrained? Why? Ben tired. Fuck. Listen, Ben. It's just yes or no. Do you feel overtrained? Sometimes. Иногда во время игры. Maybe the stress, maybe the. Может, немного стрессуем. Но мы не уставшие. Какая должна быть игра? Не, смотри. Физически too much, no? Физически too much? Эй, камон, давайте говорить. Ты хочешь что-то сказать? Я не хочу ничего говорить. Один раз я сказал. No, but it's okay. Listen, guys, you had a very normal situation, I think. Because I'm listening to coach, I'm listening to resident. Мы здесь, чтобы помочь команде. И помочь каждому из вас. Если тебе есть что сказать, что угодно, я тебя выслушаю. Кара, говори, что ты думаешь. Я тебе уже сказал, что это пошло против меня, как вы видите, две игры не так. Окей. One time he spoke out and two games he's out. Games is out. We don't spoke now. Guys, okay. Скажи нахуй, никто отсюда не будет, пока мы не поговорим. But it is until we speak. Everybody speaks, you know. И будь честным, Кара. Если хочешь что-то сказать, то говори.
Скажите, если я сейчас скажу, я опять не буду играть или что? Ну, блядь, если не скажешь, то тоже, может, не будешь играть, поэтому хуже уже. Будешь ты играть, не переживай. Будешь ты играть, и сегодня просто будет... Просто я, ну, окей, если я начну сейчас так говорить, окей. Да, просто я не понимаю, почему вот, допустим, мы, как вот все мужчины, да, собрали, почему Андреас говорит, что он не уставший, если мы тренируемся, и, ну, если вот сейчас я всем в глаза посмотрю, да, и скажут, что они не уставшие, я просто офигею, потому что... He doesn't believe that you're saying that, that you're not... Каждый из нас говорит, что они уставшие. Каждый. Yeah. He doesn't believe you are not tired. Yeah. You say you don't tired. No? Guys, listen. I'm Czech. My team very slow. Мы уставшие. Я окей, я скажу за всех. Я скажу, мы уставшие. Мы уставшие, все это знают, что уставшие, просто все сидят, молчат, не знают, почему, может, яиц у нас нет. Я или видишь, что? Мы уставшие, я говорю за всех, мы уставшие. Окей, я скажу, мы выглядим уставшими. Ты этого не говорил? Почему ты раньше это не сказал? Не кричи на меня. Я не кричу на тебя? Не кричи. Говори как есть, я устал. Я сыграл пару хороших игр, но после я начал уставать. Я не знаю почему. Они устают, что, возможно, нужно поменять подход именно в плане физической подготовки. Об этом сказал Кара, за что ему отдельное спасибо. И Кара, не зря он у нас там сегодня один из лучших футболистов, лучший бомбардир прошлого сезона этой лиги. Сегодня забивает и делает разницу. Потому что у него есть характер и, там, не знаю, лидерские качества, чтобы сказать об этом. И тебя возьми, можно, если ты пойдешь гулять? Да? Пойдешь гулять? Мы уставшие. Ты приходишь, у тебя нет сил на тренировку, ты не готов к игре, ты не готов, я не готов был там играть с Эрмисом 90 минут, я не готов там был, потом с этой ситуацией он меня вообще на две игры посадил на замену, непонятно по каким-то причинам. До этого я играл на другой позиции и ни одного результативного действия за 7 игр, чтобы я не сделал ни одного результативного действия за 7 игр, это невозможно. Это значит, не только я виноват. Это значит, что-то не так делается. Ну, я сам себя перестал уже уважать, что я не могу за 7 игр ничего сделать. Ты начинаешь сам прокручивать себе в голове, почему так. Ну, а потом, когда тебя опять ставят на твою позицию, ты понимаешь, что, значит, тебя, ну, не на ту позицию ставили. Если тебя больше заставляют обороняться, конечно, я не буду забивать. Да, я помогаю в обороне, но в атаке тогда я, к сожалению, не настолько сильный. Мы предсезонку прошли хорошую, мы прям очень хорошую предсезонку. Это одна, наверное, из самых тяжелейших моих предсезонок была в моей карьере. Она реально была очень тяжелая, и я чувствовал себя очень хорошо. Но продолжая, когда начался сезон, мы продолжали в таком же духе тренироваться. Я понимаю, может, для молодых это хорошо, но у нас есть возрастные ребята. И давайте честно, мы не можем выдержать такую нагрузку все время. Как будто уже конец сезона, у тебя нет энергии, у тебя нет сил, у тебя нет эмоций, у тебя нет ничего, ты пустой. Near Birmingham. Birmingham? Near Birmingham. I know. So you like football? No. I'm a Liverpool supporter. Oh, Liverpool, yeah? I'm Liverpool, yeah. Never walk alone, yeah? 350. Yeah, yeah. And the Liverpool, amazing atmosphere, you know, it's Anfield, wow. Yeah? You're a footballer then, are you? Yes, yes. Okay. I'm honored football club, it's here. Here? Yes, and Liverpool. Yeah, no. Pavel's in the same, you know, similar, Russian guy, and Lamakin, Sergei. Okay. Yeah, I'm honored club in Limassol. Oh, right. Yeah, the FC Krasov Freedom 24. So you're famous? It's not famous. Okay. Okay. Nice to see you. Bye bye. Bye 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 bye. За Ливерпуль топит, видишь? Не, на самом деле это круто, потому что Кипр же это британская колония. Здесь очень много англичан и здесь в принципе любят футбол, потому что в Англии футбол обожают. Каждый человек в Англии, там, не знаю, бабуля, дедуля, кто угодно, они болеют за какую-нибудь команду. И вот она тоже, вот представь, вот она мне продала пиво. Она из Бирмингема, и просто обычная женщина болеет за Ливерпуль, понимаешь?
Все женщины, а у нас вот в России, там, возьмешь обычную женщину, которая пиво продает, да ей вообще похуй на футбол, ей, не знаю, там, ей бы, блин, кредиты выплатить, там, знаешь, и домой пойти, блин. И, там, знаю, в метро, бля, попасть, блин. То у нас тренер там, был большим футболистом. Ну, для Кипра прям очень большим. Игрок сборной, там, 18 трофеев, АПЛ, Лига чемпионов. Ну, короче, все, да. И он выбрал такую модель, когда он, как по мне, да, там, слишком, как тебе объяснить, слишком профессионально и... как тебе сказать, наверное, ну, как-то, наверное, официально чуть-чуть с ними разговаривает, понимаешь, он иногда нужно просто вот сесть с чуваком, да, там, не знаю, там, с Карой, там, вот реально сесть и сказать, чего не так, вот что ты там кипишь, да, что ты орешь, ну, я все понимаю, да, я все понимаю, что там ты не играешь, например, или там что-то еще, я все понимаю, но давай сделаем вот так. И игрок не должен бояться, особенно опытный, ответить, тренер, вот ты знаешь, я не согласен с этим. И игрок должен чувствовать, что если он скажет, я не согласен, его там не посадят на лавку, не убьют, не закопают. И я вот почувствовал в какой-то момент, что вот этого какого-то легкости и диалога, их, они не выстроились. По разным причинам. Ну, понятно, что это все от тренера зависит. Он руководитель в раздевалке, он руководитель в команде. Но вот на тот момент этого диалога не хватало. Какой-то именно, знаешь, какой-то именно легкости, вот простоты. Я согласен с тем, что говорят игроки. Иногда я чувствую себя уставшим. На прошлой игре я спросил своего друга из Бразилии, который пришел посмотреть нашу игру. И после игры я спросил его, как тебе наша игра? И первое, что он сказал, я видел, что вы все тяжелые. То есть соперники доминируют, а красава всегда позади. Ну и я говорю, что чувствую то же самое. Но я не думаю, это не из-за тяжелых тренировок. Потому что мы играли с Хлоракой. И на той неделе тренер ослабил тренировки. Но мы чувствуем то же самое. Очень плохая игра. И... я думаю, мы должны понять, в чем проблема. Когда мы собрали вот эту новую команду, я зашел на товарищеской игре, и я услышал, что у них не играет музыка в раздевалке. Братан, невозможно, чтобы в команде футбольной в раздевалке не играла музыка. Это провал, это ужас, прикинь. Мы игру проиграли, товаруху. Проиграли даже две подряд. Я понимаю, они не общаются между собой. У них не играет музыка в раздевалке. Я думаю, что, блядь, происходит? Я ночью, в час ночи написал, ну, попросил там Алю написать в общий чат команды. Завтра, я ночью написал для экипиров, это вообще ужас. У них завтра выходной. Я говорю, завтра в час дня, чтобы вся команда была в пафосе. Мы идем в бар, мы включаем музло, мы берем жен, детей, там, все, у кого кто есть, пьем пивас в выходной день, и начинаем общаться. Вот такие шаги меняют ситуацию. После этого появилась музыка, потому что я при всех сказал, алло, у нас два бразильца, Херон, Тиаго. В Бразилии вообще люди не живут без музыки. Как вы живете без музыки в раздевалке? Вы что, прикалываетесь? У нас теперь Херон включает музыку. У нас, блин, люди там, не знаю, не побоялись выпить при тренере два пива, начали между собой разговаривать. Вот такие шаги меняют ситуацию. 100%. Хорошая команда, мы боимся, чего мы боимся? Yeah, we have a very good team and it looks like we're afraid of something. We're always afraid of something. Почему, блядь, мы не двигаемся, я не понимаю. Просто объясните, что нужно сделать? Давайте пойдемте бухать, пляж, пойдемте трахать тёлок. Что надо делать, блядь? Yeah. So you can propose as well what can be done. Yes, I was going to say that it was the next part. Yeah. Я играю больше в левой части поля.
с Тиаго, и Карой, и Иро позади меня. Я помню, во время товарищеских матчей, когда мы играли вместе, мы могли играть с закрытыми глазами. Я всегда знал, куда побежит Тиаго, что сделает Кара. Но мы потеряли это. Я не знаю почему, но мы это потеряли. Даже с Витой я знал, куда он побежит, я знал, где будет он. Помнишь товарищеские матчи, как мы забивали? Я не знаю почему, но мы потеряли это. Не знаю почему. И также с Пьером. Очень хорошо чувствовали друг друга. Я не знаю, куда это дело сейчас. Я назвал его Красава. Он хороший, но все время болтает. Эти два поражения были неудачным периодом для нас, но это нормально в футболе. Ты не можешь выигрывать каждую игру. Сезон очень долгий, и всегда будут плохие моменты. И особенно, когда это новый клуб, новые игроки, новый тренер. Здесь не будет чуда. В любом случае, будут такие неудачные моменты. И все что-то кричали, спорили, как будто это была катастрофа. Я думаю, нет, это не катастрофа, это футбол. Мы не сможем все игры выигрывать. В такие моменты мы должны сфокусироваться, идти за тренером, быть уверенными в своем футболе, в своих принципах, и все наладится. В моей карьере было много таких моментов. Не обязательно кричать, потому что бывает, что когда ты злой, ты можешь сказать лишние слова. Продолжаем наш сериал с Freedom Broker про управление деньгами. И новый эпизод про дивиденды. Сначала объясню логику на примере футбола. В европейских клубах бонусы чаще всего привязаны не к отдельным матчам, а к результатам по итогу сезона. Решили поставленную задачу, и тогда каждый игрок получает дополнительный бонус. Отчасти это похоже на дивиденды в мире инвестиций. Только дивиденды еще могут работать и как пассивный доход. Предположим, вы купили акцию успешной компании, дела у нее пошли в гору, поэтому она решает поделиться частью прибыли с акционерами. Это и называется дивидендами. Просто вы получаете какую-то сумму, если у вас есть акции этой компании. В мире акций дивиденды – это вообще отдельный инструмент. Существуют даже отдельные инвестиционные стратегии, где инвестор покупает исключительно дивидендные акции. Как правило, это акции так называемых голубых фишек – крупных компаний, которые уже давно всем все доказали. И теперь раз в квартал делятся с акционерами частичкой своего успеха. Чтобы заработать на акциях, многие их покупают дешевле, чтобы потом продать как можно дороже. А с дивидендами, чтобы их заработать, нужно просто держать эти акции. И все. Некоторые бумаги могут лежать в вашем портфеле даже не годы, а десятилетия. Вот, например, легенда Уолл-стрит Уоррен Баффет. Он владеет акциями Кока-Колы всю свою жизнь и продавать их не собирается. Если вы хотите получать пассивный доход и готовы на спокойную долгую игру на годы вперед, то переходите по ссылке в описании. Собирайте свой портфель под дивиденды вместе с Freedom Broker. Топ. Мне кажется, каждый клуб знает, что мы один из самых больших клубов во втором дивизионе, с хорошими игроками. Поэтому каждый хочет уничтожить нас. Это нормально, это футбол. И может, мы иногда не готовы биться, потому что иногда мы должны не только играть в футбол, но и биться. Особенно, когда ты играешь против маленьких команд, у которых плохие поля,
Тут это больше не футбол, а страсть и драка на поле. И мы должны быть готовы к этому. Может, это была наша проблема в тот момент. Ничего не чувствуешь? Нет, ты точно не из Африки. Пьер Барди появился у нас в команде ближе уже к началу чемпионата. Он играл в высшей лиге, он был капитаном команды Олимпиакос Никосия в высшей лиге. Стабильный, хороший игрок, опытный игрок, 32 года. И, конечно же, это игрок тренера. То есть у него был момент в Олимпиакосе, когда пришел наставник, да, и он перестал у него играть в какой-то момент. И, конечно же, то, что наш коуч его позвал, это была дополнительная мотивация биться за него. Он всегда был за него, это нормально. В футболе это абсолютно нормально, что тренер, который тебя приводит в команду, ты за него бьешься. Ты, ну, по сути, для тебя это чуть больше, чем футбол. Пусть расскажет игрокам за три дня до игры, когда я приехал к нему специально, что я ему сказал. В прошлую среду мы ужинали с президентом, и он сказал мне, и я очень ценю это, что он верит во всех в этой комнате, в меня и всех игроков, и он попросил нас больше наслаждаться самим футболом, потому что ему кажется, что все чувствуют большое давление, и эта история с первым дивизионом, это давление особенно на молодых игроков. И он хочет, чтобы мы играли в удовольствие, больше рисковали. И я сказал ему, что это не мой случай, потому что я тренер. И я не могу рисковать. Я должен балансировать это. Но вы, ребята, если вы не получаете удовольствие, вы не сможете дать свой максимум. Вопрос, почему я говорю забыть про результат? Fuck off results. Fuck off first division. Play football. Fuck off everything. Но тренер пушит. Почему? Да, если слишком много давления, игроки могут сказать. Если чувствуете давление с моей стороны, и то, как я реагирую, извините, тренер, но если вы чувствуете давление во втором дивизионе Кипра, лучше перестать играть в футбол. Я серьезно. Он очень сильно погружается в то, чем занимается. Он вырос в небогатой семье. Он смог стать лучшим игроком, одним из лучших за всю историю кипрского футбола. Это удивительно. И он также был очень уважаем другими командами. Ему очень важна его репутация. Например, когда нам было 18 лет, он был моим одноклассником. И в то же время он играл в основной команде. И я помню, был кубковый матч. И мы выиграли 2-0 в той игре. И после этой игры я был очень рад.
И я пришел к нему и сказал, пойдем выпьем. Он сказал, нет, я не могу, потому что меня там увидят. Я не хочу, чтобы меня там видели. Я пойду домой спать. 18-летний парень после самой важной игры и важной победы и не пойти выпить с друзьями, а решить пойти спать, мне кажется, это о многом говорит. Я чувствую, что должен сказать это. Я не был здесь в предсезонке, я не знаю, как это было, но я почувствовал с первых дней, что многие думают, это будет легко подняться. Мне показалось, что многие думают, мы почти в первом дивизионе. Это очень долгий путь. Я поднимался два раза в своей карьере, и это очень долгий, тяжелый путь. Но самый сложный — этот момент. Не когда вы выигрываете каждую игру, и все прекрасно. А именно этот момент, если мы с ним справимся... Он очень верит в них, и я тоже верю. Coach has a lot of, like, enormous, immense, I would say, belief in you, and he speaks about this all the time, same as the president. Если мы не выиграем следующую игру, мне придется его убрать. And if we don't win next game, he will be forced to say goodbye to the coach. Как бы я этого не хотел. Even if he doesn't, if he hates the fact that he will have to do it. Если мы не выиграем следующие три игры и покажем, что мы вот там и это реальность. If we don't win the next three games and show the real picture of what we can, more or less, то все наши мечты могут закончиться. Then all of what we've been dreaming and fighting for and sacrificing for might end up before even starting. Я хочу, чтобы многие из них, может быть и все, остались с нами в высшей лиге. So he would like most of you or even all of you to stay in the first division with this club going forward. И это правда. And it is truth. His own truth. Эла! В любой момент, когда я пойму, что я не в состоянии помочь команде, я буду первым, кто покинет этот проект. Я могу так и сказать президенту. Если я почувствую, что я не могу помочь, я сразу уйду. Но я уверен, что эта команда выйдет в первый дивизион. И поражение Миапу очень хороший опыт, чтобы сохранить это и улучшить нашу игру, как группы, так и всех по отдельности. Я поговорю с тренером по физподготовке. Я очень серьезно этим займусь и найду самый подходящий способ тренировки для игроков. Ничего нет, тренер висит, все знают об этом, как бы все знают, что, ну, весь остров знает, что. Ну, как ты знаешь, все, информация быстро расходится. Ну, брат, ну нам нужен план Б. Мы ищем план Б. Ну как это глупо не искать план Б, ребята? Команда проигрывает на восьмом месте с таким составом. Это понятно, это все знают, это нормально. Поэтому если спрашиваешь про настрой, какой у команды, настрой, блин. Настрой там, ну, я не знаю, как это сказать даже. Как последняя игра, блин. Сейчас посмотрим, что. Мы-то с тобой что угодно можем говорить. Давай, Кара!
самого интересного, поменял отношения. Но... Он поменял отношения, он начал быть таким чуть веселым, он начал... Я видел, что он изменился. В интересах он чего изменился? В интересах для того, что он хотел, сам понимал, что он изменился, ну, ему надо измениться, чтобы какой-то результат пришел. Или он изменился в интересах то, что там, клуба, то, что там шли разговоры об увольнении. По-моему, это было точно не для нас. Не для футболистов, не для себя, а показать больше, наверное, президенту, наверное. Но это мое мнение, опять же. Это идеальный тренер для нашей цели. У меня были разные тренера, и он мне нравится больше всего, потому что он очень спокоен, и с ним можно поговорить всегда, как с другом. Я, может быть, скажу такую вещь, которая, возможно, нашего тренера обидит. Но я, честно, я не верил, я даже жене на кухне как-то говорил, что я не верю. Я очень надеюсь, но, наверное, я не верю в то, что футболист с таким бэкграундом, как Харламбидис, который выиграл 18 трофеев, играл в самой крутой команде Кипра, был капитаном сборной, что он возьмет и сможет наступить себе на горло как личности и услышать футболистов. Я правда, я надеялся, но я не верил. После этого собрания моя команда в 6 играх выиграла 5. Причем мы играли с лидерами. И в тот момент, я тебе честно скажу, я был горд конкретно за этого человека, даже не тренера, а вот как личность. За него, за Константиноса Харламбидиса, что он смог себя перестроить. Он молодой тренер, но он где-то наступил себе на горло, услышал их, сбавил нагрузки. И они полетели. Они полетели в том числе за него, в том числе потому, что он им доверился, и команда выдала серию из 6 матчей без поражений. Это было нереально круто.